Здравствуйте, меня зовут Николай. Я преподаю сметное дело в Институте прикладной автоматизации и программирования. Данный институт создан в 2006 году на базе учебного центра компании Wizardsoft. Для начинающих сметчиков мы разработали курс «Сметное дело в строительстве» длительностью 72 академических часа, включающий в себя изучение нескольких сметных программ. Обучение проходит в специализированных классах. Для удобства слушателей у нас есть различные формы обучения: дневные, вечерние, выходного дня. А для тех, кто не может присутствовать на курсах очно, обучение доступно в дистанционной форме. В контекстном меню выберите «Свойства» и перейдите на вкладку «Переменные». В данном окне вы можете создать новые переменные, воспользоваться данными с чертежа или загрузить ранее сохраненный шаблон. После обучения слушателю выдается удостоверение сроком действия 5 лет, необходимое каждому сметчику. За годы работы института мы обучили более 6000 человек. Приходите к нам за новой профессией, мы будем рады поделиться с вами нашими знаниями.